забудет. Ну что ты, Маня, этого не может быть. Ты, Манечка, главное старайся, чтобы тебя в Комсомольск направили. Туда специалисты берут. Кому я там нужна? Вот, Манька, вот за это я тебя буквально ненавижу. Не люблю. Ну иди, а то еще опоздаешь. Чего? В самый раз. Товарищ, а? Ты не Чеканов будешь? Чеканов, а что? А я тебя дожидаю. Ну, а что такое? На станции, короче. На станции. Комсомольск. Комсомольск. Хорошее дело. Я думаю. Где зашить? А вы говорите, так достать. Да. Это приберу сам. Ну-с, товарищ Чеканов, начали вы хорошо. Помните. Мы должны знать, и мы будем знать о каждом вашем мероприятии. Не торопитесь действовать. Будьте осторожны в связях. Да, не пейте вина. Пьяные говорят во сне. Помните? Отправляйтесь. Ну, до свидания. С Богом. Хватит, хватит, иду спать. Вот тут уж я наверняка не проиграю. А то в Комсомольске не больно выглядит. Что это? А тигры вы что? Ну? Страшный шум. С вечера заливают. Нет, правда, Степан, времени не хватает, да? Вот мой Володька мне пишет, много работы сейчас. Ну, раз твой Володька пишет, значит, так оно и есть. Ну, я пошел. Нет, Ваня, ладно, ладно, я рассказывать, а вы меня выиграли. Нет, мы не будем. Ну, до завтра, до завтра, спокойно. Интересная встреча. А какой замечательный старик, а? Очень хороший. Я думаю. Вот Володька про него пишет. Вот уже, Наташа, это надо переградить. Серьезно? Нет, вы Володьку оттуда. Нет, на самом деле, ребят, шести сутки подряд. Волочь, волочь, волочь. Ну, кто следующий? Ходи! Позволь-ка я. Давай. Партнер. Да. Откуда будешь ты? Я-то? Да. Я из Забайкалья. А ну-ка, по-забайкальски. А может, как-нибудь по-калужски.
мы приветствуем новые силы краснознаменного комсомола, прошенного нашим боевым ЦК на создание форпоста обороны Дальнего Востока, на создание города юности Комсомольска на Амуре. Мы ждали вас, товарищи. Мы готовили вам встречу. Мы не можем еще сказать, что приготовили вам настоящие дома, достойные города. Но вместе с вами, лучшими представителями ленинского комсомола, мы нанесем на карту мира город, где будут дворцы-заводы и дворцы-дома. Да здравствует ленинский комсомол! Как же я с тобой поступлю? Наташа, если не ошибаюсь. Наташа, а вы откуда знаете? Ну, слыхал. Что, со мной поступать никак не надо? Мне бы только мужа разыскать. А кто твой муж? Соловьев Владимир, электротехник. Ага. Что, знаете такого, да? Ну, как же, знаю. Ну, что ж, пойдем найдем твоего мужа. Соловьев. Он у нас сейчас в прачечной бригаде работает. В прачечной? Да. Почему же в прачечной? А что ж тут такого? Мы все здесь иногда сами...